Тут люди, которые уже прыгнули, вот летят. Женщина-мусульманка. Вообще не стрёмно. Обама, Обама! Жень, какой вид красивый, да, сзади? В общем, я прыгаю с вот этого моста. Выиграл на СТБ вот такую штуку. А вид, конечно, красивый отсюда. О, боже. Не, ну не так страшно, кстати, когда смотришь, думаешь, ну главное, чтобы не упасть. Куда мне... И смотрите, чтобы оно сильно держало меня, потому что у меня такая вдача, что, знаете, оборвется то, что не обрывалось никогда. Побачите? Думаю, що ви побачите, мені вже буде пушка. Подаремося, поглибше сідаємо. Куди сідати? Воно ж не сіть. В общем, мы с Яриком спрыгнули с веревок этих, то есть перелетели через речку. Слава Богу, потому что это один из самых сильных моих страхов, вот этот вот страх высоты. Я боюсь страшно. Даже в цирке, вот я боялся в цирке даже сидеть, потому что высоко. Да, ты что? Да, я сильно боюсь высоты. Это один из самых сильных вот этих. И как ты так просто пошел и на 50 метрах над водой прокатился? Ну да, потому что мне сказали, садись в халявку эту. Все, ну вот что делает с человеком халява, скажу я вам. Как халява? Бесплатный спуск на троллее, что делает. Человек все свои страхи переборол. Вот это ваш... Зришь корень. Нет, на самом деле не от того, что... Давай сниму. На самом деле не от того, что я, просто вот мужик этот, садись, ноги вперед, все, открыл. И он уже не спрашивает, да, страшно хочешь или нет. Хочешь, он... страшно так, тебе. Так, ноги, все, подтянул. Взял, да, ну, держи, ноги, там вот, подогнет. Все, в щук, и я, Первые секунды, оно капец, еще так спускается капец, сильно, капец, да? Это так Трос. Быстро, ужас. А ты летел туда сзади. А я что-то, да, медленно, у тебя как-то быстрее. Меня как оно погнало. Потому что ты, а не, я тяжелее. Я же должен был идти вперед. Рельсы вытянули. Карабин так скрехтел, с трудом прокручивался. Ой, капец. Ну классно. Так что, пошли, спасибо, папка. А мы сейчас пойдем еще на кораблик, да? Кораблики, о, как вы от меня далеки. Белые кораблики. Куда ты лезешь? Яйца тут всасываю. Дивиться, який панкейк получает. Ой, падло, вкусно. Такие вот панкейки получились отличные, просто я считаю.